братья и сестры, грядут последние времена. Мне было видение. Глашатаи скверные порока, жрецы безбожной науки, преисполненные непомерной гордыней, надменно именующие себя учеными против мифов, 20 августа слетятся на шабаш в столице греха Москве. Лекари-отравители, археологи-могил-разорители, историки-лжи-ревнители, масоны-антихриста-служители, самые отъявленные враги рода человеческого, прикрываясь иллюзорным знанием, будут вести заблудшие души прямиком в ад. Заклинаю вас, бегите как можно дальше от Москвы. Апокалипсис близок. Покайтесь, пока не поздно. Я лично прокляну каждого, кто 20 августа переступит порог форума «Ученые против мифов».